Проведение научно-практической конференции с участием ведущих хирургов страны является для Димитровграда значимым событием. С учетом строительства Центра медицинской радиологии, руководство города заинтересовано в привлечении в наш город как высококвалифицированных специалистов, так и младшего медицинского персонала. У нас есть проблема с кадрами медицинскими. И вот мы, городская дума, администрация, решаем этот вопрос. Одним из достижений, может быть, таким небольшим, но уже маленькой ступенькой к решению этой проблемы стало вот создание в этом году на базе детей ЯУМИФИ факультета для медицинских сестер. Хирургическое лечение опухолей толстого кишечника. Под таким названием прошла конференция на базе клинической больницы 172. Актуальность проблемы, по мнению экспертов, бесспорна. Ситуация связана с тем, что эта проблема в целом по стране и в мире, она увеличивается в своем количестве. И мы решили и хотим поделиться своим немалым опытом, 40-летним опытом лечения этой патологии. Из расчета, что мы выработаем, во-первых, какие-то критерии общие, которые помогут нашим пациентам. Участники конференции также обсудили необходимость раннего диагностирования патологии, как залога успешного лечения заболевания. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.